Друзья, всем привет! Спасибо, что зашли к нам в гости. Сегодня мы готовим необычное блюдо с использованием самых обычных ингредиентов. Это рыбные котлеты с использованием рыбных консерв. В моем случае это тунец. Вы можете заменить на любую консерву из цельной рыбы. И обратите внимание, это 200 грамм. Я начну подготовку ингредиентов. Для рыбных котлет нам сегодня понадобится одно яйцо, мелко нарезанный лук, мелко нарезанная морковь, 200 грамм любой консервы, я использую тунец, чеснок, а также имбирь. Для соуса я подготовил немного майонеза, любой джем, соевый соус и зелень. Друзья, с рыбных консерв я слил жидкость и начал измельчать ее вилкой. Вот так у нас получается. Добавляем сюда морковь, добавляем лук, половину чеснока. Имбирь. Хорошо перемешиваем. Добавляем яйцо. Добавим соевого соуса. И также сок лимона. Так хорошо перемешиваем. И начнем формировать котлеты. Делаем котлету. И прижимаем, чтобы была форма красивая. Вот такая красота, друзья, у нас получилась. И на разогретую сковороду начинаем выкладывать котлеты. Друзья, хотел добавить, что из моркови можно выжать сок, чтобы котлеты не распадались. Через пару минут начинаем переворачивать котлеты. Вот такая красота получилась, казалось бы, из очень обычных ингредиентов. И сделаем соус. Возьмем немного майонеза, любого джема. Хорошо перемешаем. Добавим чеснока и острого перца. Острый перец очень хорошо комбинирует с рыбными котлетами. И лимонного, либо сока лайма. И хорошо перемешаем. Украсим котлеты зеленью и выложим наш соус сверху на котлеты. Вот так вот выглядит очень аппетитно, друзья. Давайте попробуем, что у нас получилось. Соусом вкус просто потрясающий. Вот так из простых ингредиентов можно приготовить необычное блюдо. Оставайтесь с нами. Пока!